paramilitary leader sets his sights on the Kremlin. Military vehicles can be seen tonight cruising through Rostov. The Wagner Group's leader posting a series of videos accusing Russia's defense minister of ordering a rocket strike on his field camps in Ukraine. He said his troops, which is about 25,000 troops behind him, would retaliate against the country of Russia. Мы находимся в штабе, 7 часов 30 минут утра, под контролем военные объекты Ростова, в том числе аэродром. Самолеты, которые уходят для боевой работы, уходят штатно, проблем никаких нету. Санитарные борта уходят, проблем нет. Все, что делается, это мы взяли под контроль, чтобы штурмовая авиация не наносила удары по нам, а наносила по украинцам. Главный штаб управления, главный пункт управления работает в штатном режиме. Проблем никаких нет, ни один офицер не оторван. Поэтому, когда вам будут рассказывать о том, что ЧВК «Вагнер» помешала работе, и поэтому на фронте что-то посыпалось, на фронте посыпалось не поэтому. Когда мы пришли сюда, то мы еще раз подтвердили много нового. Огромное количество территорий потеряно. Солдат убитых в 3-4 раза больше, чем это в документах подается наверх. А то, что подается, это в 10 раз меньше, чем говорят по телевизору. Санитарные потери в день составляют некоторые дни до 1000 человек. Это убитые, без вести пропавшие, раненые и так называемые отказники, которые отказываются не потому, что они струсили, я уже говорил, а потому что у них выхода нету, боеприпасов нет, управления нет. Начальник генерального штаба бежал отсюда, как только узнал о том, что мы подходим к зданию. Мы не дадим этому повториться. Защитим и наш народ, и нашу государственность от любых угроз. В том числе от внутреннего предательства. А то, с чем мы столкнулись, это именно предательство. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене. К измене и своей стране, и своему народу, и тому делу, за которое бок о бок с другими нашими частями и подразделениями сражались и погибали бойцы и командиры. Мы били по ним, они били по нам, и это происходило все эти долгие 8 лет, с 14 по 22. Иногда нарастало количество различных перестрелок, грубо говоря, обмена боеприпасами, обменом выстрелами, иногда уменьшалось. На 24 февраля ничего сверхординарного не было. Сейчас уже Министерство обороны пытается обмануть общественность, пытается обмануть президента и рассказать историю о том, что со стороны Украины была безумная агрессия, и они собирались вместе со всем блоком НАТО на нас напасть. Поэтому спецоперация, так называемая 24 февраля, она была начата совершенно по другим причинам. Для чего была нужна война? Война нужна была для того, чтобы кучка тварей просто поторжествовала и попиарилась, показав, какая она сильная армия. Чтобы Шойгу получил маршала, и этот указ уже был готов, и получил вторую звезду героя, потому что ему очень хотелось войти в историю как великий тувинский военачальник, который стал дважды героем и маршалом в фактическое мирное время. Война была нужна не для того, чтобы вернуть в наше лоно российских граждан, и не для того, чтобы демилитаризировать и денацифицировать Украину. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек, психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. Шойгу живет по принципу, чтобы в ложь поверили, она должна быть чудовищная. И поэтому идут обманы. Две реальности. На земле сейчас, на сегодняшний день, российская армия отступает на запорожском, херсонском направлениях. ВСУ продавливают российскую армию.
Мы умываемся кровью. Резервы никто не дает. Управления никакого нет. По-прежнему истерики, в которых начальник генштаба после стакана водки визжит, как баба базарная, как свинья, в телефон, требуя вернуть позиции. И все, что может сделать командующий, он может сказать, все возвращено, и нарисовать на карте красную полосочку на несколько километров севернее, чем она сегодня реально есть. Поэтому то, что нам рассказывают, это глубочайший обман.